spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня у нас в обзоре представлена большая и разнообразная серия безинерционных катушек Сахара от японской компании Shimano. Это модельный ряд 2017 года, в который входит 11 моделей весом от 215 до 300 граммов. Передаточное число колеблется от 4,7 до 6,2:1, в зависимости от конкретной модели. Также имеются варианты с компактным корпусом или мелкой шпулей. Давайте поближе рассмотрим катушку с индексом 4000. При создании корпуса G-Free Body используется технология, позволяющая сместить центр тяжести ближе к удилищу. Таким образом, снижается усталость руки при забросах, а следовательно, повышается общий комфорт во время ловли. По заявлению производителя, эту катушку можно использовать в том числе и на морских рыбалках. С целью обеспечить эффективную передачу усилия и равномерное вращение ротора, используется комбинация деталей под названием X-Ship, которая в сочетании с 5 подшипниками обеспечивает мягкий и плавный ход. Сам ротор способен крутиться только в одном направлении, в режиме намотки. Чтобы исключить его проворачивание в обратную сторону, реализована система антиреверса. Запатентованная шпуля IRC Spool имеет оригинальный дизайн со скошенным бортиком, благодаря чему снижается трение и тем самым увеличивается дистанция заброса. Для крепления лески предусмотрена пластиковая клипса. Фрикцион с увеличенными тормозными дисками имеет переднее расположение. В зависимости от конкретной модели максимальные нагрузки составляют от 3 до 11 кг. Ручка оснащается плоским или Т-образным кнобом. Используя противоположный винт, можно либо ее прижимать к корпусу на время хранения, либо из леворукой модели делать праворукий вариант. Дополнительно в комплектацию входит набор шайб различной толщины. С их помощью можно отрегулировать качество намотки лески на шпулю. А теперь давайте разберем Shimano Sahara и заглянем внутрь катушки. Здесь мы видим фирменный привод под названием Hagane GR. Применяя эту технологию, инженерам удалось добиться надежности конструкции и увеличить срок эксплуатации главной пары, даже если механизм подвергается большим нагрузкам. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.